«Тонкая графика и экспрессивная живопись» Елены Гориной. Композиции, на первый взгляд, абстрактные, между тем остро передают атмосферу, состояние и настроение. Это впечатление. Это впечатление, и не случайно выставка называется «Хрупкий мир». Это мир женской души. Он настолько хрупок, настолько неуловим и так ярок. И если вы пройдете по выставке, то вы увидите, что большая часть работ живописца и графика посвящены весне, лету, цветам. Это то, что окружает нас с вами и женщину, то, что так близко и понятно ее внутреннему состоянию. В этом творчестве широкий спектр эмоциональных состояний, от экспрессии до умиротворенности. Невольно зритель остановится и задумается о вечном. Прямого действия и сюжета в полотнах не встретить, но цветовой и пластический строй, мотив этих работ вызывают эмоциональный отклик. Очень тонко живопись Гориной подчеркнута хрупкой прозрачностью и нежностью стеклянных скульптур Елены Алексеевой. Игра формы и света в работах скульптора дополняет впечатление иллюзорности пространства. Удивительно гармонично работы живописца и работы художника декоративно-прикладного искусства на этой выставке смотрятся. Они рассказывают одну историю. Это действительно общая красивая история о человеческих отношениях, о наступившей весне и пробудившемся мире, о красоте. И, конечно, это история о любви. И мне кажется, что каждый на этой выставке может собрать свой пышный благоухающий букет ярких впечатлений. Общее впечатление от выставки – мягко сияющее пространство, заполненное фантазиями и состоянием спокойствия и радости. Этот хрупкий мир, созданный двумя авторами, отражает мир женской души, способной в совершенно обыденном распознать красивое, волшебное, почти мистическое. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».